Обычный теплый солнечный летний день. Выполняли замену алюминиевых окон на 27 этаже. Необходимо было произвести демонтаж старых окон и на их место установить новые. С первым окном мы справились быстро и без проблем. А вот при установке второго произошел небольшой курьез. Ставь мне на кеды, на носки. Сейчас тебе. Все, ставим. Есть. Тут же.
Нет? Нет, здесь не вышло. Во. Сейчас. Вверх. Похоже на то. Надо наоборот вверх выводить, а потом вниз. Это вы наоборот все делаете. Все? Вниз выходит, нет? Нормально? Нормально все. Все. Это дует. Хоть ремянку накручу, блядь. А то с таким ветром, блядь. Летают, блядь.
Все? А? И тишина. Вон тут еще вот этот сорт не прижат. Рублировка. А я думаю, когда очень вот стоит. Когда пропал? Ой, ты чё, не